Друзья мои, всем привет! Всем огромное спасибо за подписку, за лайки, за дизлайки, за ваши комментарии и за поддержку. Сегодня будет такое небольшое видео. Конечно же, будут цены, потому что в основном что людей интересует? В основном людей интересуют цены. Да? Я хочу сказать то, что все цены, которые вы видите на сайте drom.ru, это все цены, друзья, актуальны, абсолютно все цены. Но смотрите автомобили в наличии, с документами, не битые, автомобили в пути, автомобили под заказ, автомобили без документов. Ну, мы не смотрим. Вы должны понимать, да, то, что, ну, грубо говоря, берем Сиенту, да, вот сейчас буду смотреть Сиенту, кстати, ее и будем сравнивать. Сиента, гибрид, но она не может стоить миллион. Максималки, комплектация, ну, не может она стоить ни миллион, ни 900 тысяч. Бесплатный сыр только в мышеловке, да. Подписывайтесь на мой инстаграм-канал, я туда выкладываю больше историй, там больше автомобилей. А вот тоже сейчас, допустим, буду забирать пасека, пробег 9000. 9000 пробег на автомобиле. На YouTube канал он не попадает, а там они есть. А вот недавно смотрел BMW, да, электрокар. Вот, ну да ладно. Сейчас вам покажу еще один автомобиль. Еще один автомобиль и пойдем на авторынок. Вот такой вот микровенчик, да, их называют. Холодало, вот снежок какой-то прошел. Одно название — снег. Honda Active, автомобиль 4WD. Двигатель у этого автомобиля находится сзади. Ну, что-то наподобие хайджета, да. Хайджета там, Эвери, я имею в виду по классу. Довольно неплохое состояние у данного автомобиля. Пробег 77 тысяч. Пробег, хочу сразу сказать, здесь подкрученный. Собственник будет смотреть. Считает нужным, скажет, не посчитает, не скажет. Довольно неплохое состояние салона. Стоимость, если мне не изменяет память, ребят, 400, по-моему, 430 тысяч. Поедет в сторону Питера. Что касается отправок, находимся в транспортной компании. Ребят, по срокам тяжело. Тяжело говорить по срокам. Очень скользко. И очень тяжело говорить по срокам. Я автомобили эти не гружу, не вожу. Я их доставляю до транспортных. Сроки узнавайте в транспортных компаниях. Я работаю не только с этой транспортной компанией. Куда вы скажете, в ту транспортную компанию автомобиль я вам и пригоню. Сиденья здесь складываются у нас. Получается очень большое багажное отделение. Ну, передний ряд нужно подвинуть вперед, да, и тогда мы сможем их сложить. Здесь повезло в том плане, то что с автомобилем идет грузоподъемность 250 килограмм, с автомобилем идет комплект зимняя резина. Такое бывает, но не часто. Автомобиль целый, не битье. Сейчас оформим документы с транспортной, то есть будет опись, будет договор. Ладно, идем на авторынок. Друзья, начнем мы сегодня вот с такого замечательного автомобиля. Это Toyota Sienta, автомобиль 2018 года выпуска, 1,5 литра, комплектация G4WD. Попал он на проверку. Довольно неплохое состояние, но более подробное состояние уже узнает, конечно же, подписчик. Итак, вот такой вот интересный, красивый баклажановый цвет. Это минивэн, который все больше и больше набирает популярность. Кстати, сейчас сделаем небольшое сравнение. Вот стоит Сиента и стоит Фрид, да, то есть по размеру они примерно одинаковые. Начнем с Сиенты. То есть по морде, морда у нас выделяется, такие плавные переходы, линзованные фары, установлены штатные туманки. Автомобиль на литье, не штатном, но тем не менее. Датчик при столкновении, установлен японский регистратор. Внимание, сейчас скоро будет цена на данный автомобиль. Также имеется у нас подогрев лобового стекла, что немаловажно, конечно, в зимнее время. Но, опять же, да, греется у нас зона дворника. Вот если бы у нас все стекло грелось, было бы, конечно, намного лучше, круче. По клиренсу. Вернемся к этому вопросу, да? Ребят,
тактики, технические данные примерно практически у всех он одинаковый. Хотите повыше — покупаете проставочки, хотите пониже — не покупаете проставочки. Также можно увеличить клиренс путем поставить колеса, да, побольше. Данный автомобиль 4WD, также есть версия передний привод и есть гибридная версия автомобиля. Так, солнце немного отсвечивает. Ну, давайте начнем с багажного отделения. Тут как бы оно заполнено здесь. О, можно открыть его, да? Да. Как бы оно и заполнено, но тем не менее. Можно будет посмотреть. Ходят, смотрят. Комплектация очень хорошая. Две электродвери, кожаные вставки по салону идут. Второй ряд, да, здесь два места. Вот с такими вот нишами, да, какими-то подстаканниками, квадратами. Также два подлокотника, ручки. Место, в принципе, ну, довольно неплохо место. И примечательность данного автомобиля, да, как бы вам так показать, ребят. Короче говоря, третий ряд сидений, он прячется под второй ряд сидений. Это очень удобно. И кто не знает, то что это минивэн, да? Вот, лежит. Кто не знает, то что это минивэн с тремя рядами сидений, может, в принципе, даже и не догадаться. Да, то, что на данном автомобиле все-таки три ряда. Так, осторожненько, не задевает. Здесь есть лифт сидений тоже, что немаловажно, потому что, знаете, многие садятся и не видят капот. Автомобиль на климат-контроле. Да что такое отсвечивает? На климат-контроле. И вот что-то, знаете, все вот прям смотрят на этот автомобиль. Короче говоря, пробег 62 тысячи. А напомните, сколько он стоит? 1 270 000, да? ВД. 4 ВД. Ну, вот так вот. Кратко, да, получилось. Ну и давайте посмотрим, рядом стоит тоже Honda Freed гибрид. Он у нас 2020 год. Стоимость 1,5 миллиона. Но 2020 год. Также он идет 1,5 литра гибрид. Гибрид здесь идет полноценный. Естественно, он идет без пробега. Многие до сих пор не знают, что такое автомобили без пробега. Друзья, это не новые автомобили. Без пробега автомобили, это которые пришли с Японии. То есть в Японии на этих автомобилях ездили. Также, возвращаясь к вопросу, вот все вот эти машины, то, что здесь стоят, здесь на стоянках, на авторынке «Зеленый угол», это все автомобили растаможены. У них уплачено, за них уплачена пошлина. Пошлину платить вам не надо. Так, внешний вид, передняя часть автомобиля. Шильдик гибрид. Я его еще не открывал, не смотрел, но вижу то, что он у него светлый салон. По размеру, если сзади установлены сонары, по размеру, если мне не изменяет память, он немного больше, чем Сиента. Также бесключевой доступ. Дверные карты здесь идут темного цвета. Удобно то, что зеркала, регулировка зеркал, складывание зеркал находится именно на ручке, да, а не где-нибудь вот здесь. По мне так это очень удобно. По комплектации также две электродвери, антиюз, подогрев зоны дворников. Кто не знает, что вот это такое-то, ну, если в двух словах, система платных дорог по Японии. Здесь вижу замену двери была, но опять же нужно проверять. Руль идет обычный, но полный мультируль. То есть круиз-контроль здесь с удержанием в полосы, я так понимаю, он идет адаптивный. Кнопка старт, панель сделана под дерево. Пробег 54 тысячи. Так, что-то я уже нажал, да? Ага, видимо, рукой своей. Ручка переключения передач. Климат-контроль. Розетка на 12 вольт. Здесь у нас USB-вход. Он один идет. Подстаканник. Также имеется регулировка руля по высоте и по вылету тоже, что немаловажно, да? Это для кого-то.
подсветка. Ну, в общем, все, что положено. Подогрев сидений. Далее здесь у нас подлокотники, проход. И, как видите, сзади у нас два капитанских кресла. Так, наверное, не обтроем. О как. Ну что они пиздят тут? Давай я им позвоню. Давай. Сейчас дверь надо отключить будет, механически ее закрыть. Не все машины как бы оттаяли еще, да? Тогда вот все, она поехала, отлично. Места довольно много. Очень удобно то, что по два подлокотника, потому что сядете, да, подлокотников не будет. Ну как-то по мне так это неудобно, когда у тебя руки будут свисать. Также шторки, ну и соответственно есть аэрбэги. Задние сиденья регулируются у нас, мы можем их подвинуть вперед, можем их подвинуть назад, да, тем самым увеличив либо уменьшив место для задних пассажиров. Так, откроется? Откроется. Очень большой вместительный багажный отсек. Состояние, вижу, неплохое, такое не поцарапанное, не замызгано. Да? Сиденья, как видите, крепятся по бокам. При желании, конечно же, их можно убрать, да, если вы, ну, скажем так, не нуждаетесь в третьем ряду сидений. То есть перед многими стоит выбор, да, какой автомобиль взять. Понятно то, что данные автомобили, они в разной ценовой категории, именно вот эти два, да, там разные года. Ну, в общем, 1 500 000 стоит данный автомобиль. Также вот из минивэнов у нас еще есть Isis. Ну, здесь цена не указана, вот, но опять же все будет зависеть от года. Ну и давайте пройдем, посмотрим, что еще есть. Кстати, вот четвертый минивэн стоит рядом Виш. Вот здесь выбор стоит между Сиентой, между Freedom, да, а многие выбирают между Isis, Toyota Isis, и между Toyota Виш. Виш у нас 16 год, 4 ВД. А сколько Виш стоит, подскажите, пожалуйста? Виш сколько стоит? 1 260 000. А Isis не ваш? Isis не ваш? Все, понял. 1 260 000. То есть аукционы, я вижу то, что он действительно родной. Кузовщина целая, есть окрас по левой стороне, пробег 134 000. В принципе, ничего серьезного, это обычное состояние автомобиля. Он на литье, летняя резина. Ребят, покупайте резину. Покупайте. Был уже случай недавно. Да, не надо. Получил человек машину. Ну, нечаянно въехал. А далее, смотрите, стоит у нас еще один автомобиль 4 ВД. Видите, большинство автомобилей 4 ВД все-таки под зиму, да? Это у нас Toyota Raktis. Есть аналог Subaru Trezia. 4 ВД, 1,5 литра, статистика, есть лот 2038, стоимость автомобиля 720 000 рублей. Сонары, литье, туманки, повторители, такой самый практичный цвет, темный салон. Судя по аукциону, у нас идет замена задней левой двери, окрас двери, пробег 93 000. Не проверял, надо проверять. Вот, довольно-таки неплохое состояние салона у него. Родной, распечатанный. Ну вот, лист родной, поэтому кому интересен, да, данный автомобиль, вот, пожалуйста, вам номер лота, номер кузова. Можете открыть по статистике, посмотреть. Как бы поменяли двери, то и поменяли. Страшного в этом абсолютно ничего нет, потому что дверь идет мененная. Ну и вот он идет, шильдик, да, с автомобиля. Бонусом сделаем немного, да? Так, на скидочку видно, да, то, что дверь идет менена. В
внутри вот небольшой окрас имеется. А дальше нужно смотреть. Задняя часть автомобиля. Так, ну, багажник мы уже, наверное, не откроем, потому что видите, да, состояние какое. Главное, саму не улететь куда-нибудь. И вот это вот сейчас, вот это вот на рынке, все это до конца зимы будет. Багажник, кстати, у них довольно неплохого объема. На раксах идет. Вижу два ключа. Кнопка старт, тоже подогрев зоны дворников. Заводится, да, безусловно, сейчас начнутся проблемы с заводкой автомобиля, он на климате идет. Минус 3. Но, ребят, у нас действительно холодно, одевайтесь теплее. ВД с кнопки, кто приезжает. Вот на улице минус 3 градуса, а очень холодно. Понятно, то, что к обеду оно сейчас будет потеплее, но, тем не менее, у нас такой вот климат у нас такой. Вот, ну что вам еще здесь показать? Грузовик стоит двускатный, Эльф, 18 год, ценника здесь нет. Сузуки стоит Игнис, 16 год, 1.3, гибрид, передний привод, 685 тысяч рублей. Приус стоит. Машины есть, есть. А вот буквально недавно, вон та вот стояночка, наверху было очень мало автомобилей. То есть автомобили подвезли, автомобили везут. Автомобили появляются. Honda Fit Shuttle, 775 тысяч. Prius 11 год, 890 тысяч. Поэтому, ребят, если вам нужна помощь в приобретении, проверки японского автомобиля, смело звоните, пишите, обращайтесь, помогу. Проверка автомобиля, напоминаю, стоит 2000 рублей. На сегодня все. Всем хорошего настроения.